Здравствуйте! Сегодня я расскажу о ценах в израильском Макдональдсе. Я думаю, это будет интересно гостям нашей страны, которые первый раз посещают Израиль и не знакомы с ценами в нашей стране. Цены на все указаны в шекелях. Я переведу их в доллары. В Макдональдсе есть меню на иврите, русском и английском языках. Очень часто есть русскоязычный персонал. Заказ можно сделать самостоятельно, либо же на кассе. 275-граммовый Мега Биг Мак обойдется вам в 59 шекелей, что составляет 17 долларов. Если же заказывать гамбургеры обычного размера, то цены гораздо ниже. Для примера можно взять чикен стейк, который стоит всего лишь 27 шекелей. Это составит меньше 8 долларов. Большой стакан молочного напитка, молочные коктейли со вкусами разных фруктов, айс-кафе, милкшейк обойдется вам от 11 до 14 шекелей. По сегодняшнему курсу это получится чуть меньше 4 долларов. Также есть большой выбор свежих салатов. Порции реально большие и вполне можно наесться. Порция салата обойдется вам в 44 шекеля. 44 шекеля – это порядка 13 долларов. Эспрессо вам обойдется в 7 шекелей, что составляет чуть-чуть больше 2 долларов. Латте в 10 шекелей – это примерно 2,5 доллара. Десерты начинаются с 4 шекелей, что составляет чуть больше доллара.